Сразу убегай, Саша, убегай. Специальное снаряжение, граната для тушения пожара и ранцы-опрыскиватели. Дружина отрабатывает действия. Перед пожароопасным периодом готовность номер один. Сегодня мы провели традиционные наши учения перед предстоящим пожароопасным периодом. Он в любой момент может наступить, потому что сейчас прошло уже очередное штормовое предупреждение о повышении температур дневных и усилении ветра. Поэтому всегда есть вероятность возникновения где-то каких-либо опалов. Граната для тушения пожара на учениях используется впервые. Внутри нее специальный порошок. Под воздействием огня граната взрывается и раскидывает его вокруг. Пламя гаснет. В первую очередь устройство предназначено для тушения в закрытых пространствах. Проверили в бою с учебным палом и ранцы-опрыскиватели. С их помощью бороться с возгоранием можно автономно час-полтора, говорят специалисты. Команда, она объектовая, поэтому команда в целом, она и теоретически, и практически она готова для оказания помощи при ликвидации пожаров. То есть само тушение не предусмотрено законодательством, а вот оказание помощи, локализация при необходимости именно для добровольцев, вот это вот подразделение, оно в очередной раз показало свою готовность. Дружина огнеборцев-добровольцев опытная, оказывает помощь профессиональным спасателям на тушении пожаров, всегда в строю и в разгар чрезвычайных ситуаций. А подобные учения для ребят – профзакалка. Евгений Дмитриев, Артем Амзраков, новости Абакан-24.